Мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что арена «Айсберг», на которой в 2019 году пройдет чемпионат мира по боксу, соответствует всем требованиям. Да и сам город получил уже достаточный опыт проведения крупных международных мероприятий. Наша инфраструктура города и сегодня готова к проведению такого события. Наша городская среда тоже готова. Наши жители, волонтеры тоже готовы, потому как мы проводим здесь, в городе, более масштабные мероприятия. Вот. Но, тем не менее, любое событийное мероприятие – это плюс в нашу копилку, потому что это и реклама городу, это и экономика городу, но и это продвижение города. Также глава Сочи выразил надежду, что в сборную России к 2019 году войдут сочинцы.